О, привет. Это... А? Давно не слышались. Ну, я тебе деньги на телефон положила. А я вижу, уже пришла смс-ка, базарили, деньги кончились. Угу. Понятно. Ты это, позвони Сереге. Он прям услышал про этих ДРГшников, ему прям что-то интересное пристало. Он затроил. Он тебе, Саня, этим очень привет передает. Привет ему тоже передай. Он что там сидит, ДРГшник? Тоже... Ему шапку на голову натянули, руки скотчем связали, сидит. Да? Он спрашивает, да, с какой стороны зашел? Наши без потерь, без двухсотых. Откуда? Че? Кого? И все. А я говорю, я откуда знаю? Вот то, что говорю, он мне скажет, с какой он стороны, с севера или с юга, блядь, зашел. Мне говорю, это вообще ни о чем не скажет. Пусть он позвонит мне, пусть он позвонит. Он больше уже теперь думать ни о чем, блядь, не может. Сейчас пальцы резать будем, блядь, на этот расчлененку делать, нахуй. Все расскажет, откуда зашел, блядь, и кто послал. Угу. Там, если что, кому надо, сердце, почки, легкие. Дурак, Данил. Саня, тебе сердце, легкие, почки надо? Саня Тимосину не надо. Так а он где сидит у вас? Ну, там у нас в плену. А он спрашивает, кто поймал, какая рота или что-то там такое, короче. Ну, он что-то спрашивает, а я не понимаю ваши эти, блядь, эти штуки. Ну. Скажи, наша рота взяла его, нахуй. Сейчас скажи, уже какой это... дырку под орден крутят, нахуй. А, ваша рота взяла? Да. Понятно. А дырку так кому, блядь, крутят под орден? Под орден на грудь. Там же в пикель дырку проковырять сначала. Я говорю, а кому крутят-то, блядь? Кому кто поймал-то? Ну, как бы это, что, какая разница, кто поймал? Поймали, да, поймали. Эта информация уже все закрытая по этому, по телефону. Ага. Ну, понятно. Ну, ясно. Сейчас там я еще Марине позвонила, чтобы она тебе деньги положила. Пусть она хоть позвонит мне, а то я ее не слышал уже. Ну, там а у них сейчас она, видимо, на занятии. С ней тоже беседу проведи, чтобы там, если кто-то что-то будет прозванивать, говорить там что-то какие-то, что этот убитые, расчлененные там, блядь, неопознанные этот... Угу. Хоть даже с военкомата, никому пускай ничего не верит. Так информацию быстро военкомат никому ничего не даст. Угу. Понятно.